А вообще со спортом мне не нравится, что спорт разделен на команды. Я вот сейчас читал, что там из-за допинговых скандалов, оказывается, есть режим участия свободных спортсменов просто в Олимпийских играх. Да? Я вообще не понимаю, почему так не делают? Потому что, ну, я просто всегда отстаиваю последовательно объединение. Зачем же сохранять вот эту как бы войнушку? Зачем? А вот зачем вы это? Ну как же мы вот, что мы? А мы все мы. Нет, давайте не забывать, что вы это вы, а мы это мы. И поэтому мы вот под флагами разными будем рубиться. Я понимаю, что это интересно рубиться. Но разве мы не понимаем, что это потворство вот этому разделенности этой человеческой? Это же потворство ей. Ну ладно, давайте представим, что мы враги все-таки. Зачем? Почему нельзя всем вообще выступать? Просто выступать всем свободно, раз есть такой режим. Пускай выступают Ивановы, Джонсоны, там какие-то, Ибн Али, там все просто собрались люди, человечество собралось и показать, что может человек, как вот раньше вот эта поэтика вся, да, олимпийская, что беги, бегун, беглец, там как там Фатма Ахмадуллина там читала, значит, свой профиль вдвинуть в века там. Да, беги, бегун, беглец, это же прекрасно, это мы от имени всех нас, каждого из нас. Они пытаются что-то делать, и мы все гордимся. Нет, давайте мы будем с собой гордиться, а вы собой. И кто кого перегордит? Зачем? Для меня это вообще непонятно. Мне кажется, что это только, ну, какие-то коммерческие вещи, видимо. То есть, потому что у человека силен инстинкт территории-то. Конечно, он силен. То есть ничего не возникает просто так. Нет злодеев, которые решили заработать деньги. Есть инсайт. Мне, слабому человеку, мне удобнее, мне безопаснее, я вынужден искать, прибиваться к чему-то большому, к стае какой-то, которая меня не оттолкнет. Стая человечества – это что-то очень поэтическое. Как-то я не очень на нее могу полагаться. А стая, вот мои татары, мои вот русские, мои, значит, украинцы, мои вот в этом доме живут, наше садовое, значит, хозяйство, товарищество, наша служба и опасная, и трудная, значит, где все друг за друга. Это надежнее. Это надежнее. Поэтому я, пожалуй, вот буду к ней примкну. Вот что лежит в истоке этой агрессии против другого, лежит страх. Это биология учит, что причиной агрессии есть только одна всегда. Это страх. И мы агрессивны, потому что мы боимся. А боимся, потому что нам не очень комфортно живется. Значит, вот это и надо преодолевать. Чем мы будем комфортнее, больше мы будем открытия друг другу, тем меньше нужды будет прятаться по своим этим мафиям, командам, и будем открываться, 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 и станем большим человечеством. Спорт не очень этому помогает. Я за свободное участие людей в Олимпийских играх.